Стой! Миша, ты зачем сюда прибежал? Кто здесь? Всем привет! Это блокнот Волгограда. Мы находимся в уникальном месте России – Волжский мортуарий. Он остался один-единственный в стране – в нашей Волгоградской области. Ранее пантеон использовали для траурных похоронных обрядов. Здесь похоронены волжане, которые внесли значимый вклад в строительство и развитие города. Кладбище закрыли для захоронений в 1990 году. На сегодняшний день здесь остались целыми колонны и алтарь, а вот навес потихоньку разрушается. До сих пор точная история возникновения мортуария неизвестна. Существует две версии. По версии волгоградского историка Сергея Звягинцева, пантеон построили задолго до появления Волжского, примерно в 1916 году. После Великой Отечественной войны большая часть мортуария была разрушена, а восстановили ее только тогда, когда начали строить Волжский. По другой версии, этот объект возвели в 50-х годах, когда строили город. Археологи утверждают, что Волжский мортуарий – объект уникальный и неповторимый. Его даже хотели внести в реестр объектов культурного наследия, однако до сих пор он там не появился. Эта достопримечательность популярна у местных жителей, здесь нередко устраивают фотосессии или просто гуляют. Но только будьте осторожны, не тревожьте усопших.